Очень часто можно заметить, как водители предпочитают оставлять авто около своего подъезда, а если ему удобно, то и на детской площадке. Или на пешеходных дорожках, из-за чего на них не остается ни сантиметра свободного места. Машины паркуют на газонах, которые в это время засыпало снегом, и на тротуарах. Пешеходам просто невозможно пройти к своему подъезду. Житель одного из домов на улице Крайней областного центра давно обеспокоен такой ситуацией. Да, зимой не видно травы, вроде, казалось бы, ставь дополнительные парковочные места, но тем не менее, реагенты, которые машины приносят, они негативно сказываются. Многие любят, допустим, с утра отбить наледь с брызговиков. Для решения данной проблемы Михаил вместе с другими неравнодушными жителями обратился в городскую администрацию. Они написали на сайт Сахалин Онлайн, направив туда не одно, а более 10 обращений, от каждого лично. Городской отдел по исполнению административного законодательства Департамента общественной безопасности и контроля провел проверку. Теперь каждый автохам понесет персональную ответственность. Сотрудниками департамента ежедневно проводятся рейдовые мероприятия на выявление пресечения незаконной парковки на газонах и детских площадках. Также работаем по обращениям граждан, выезжаем на проблемные адреса, по которым поступает больше всего обращений. Количество неправильно припаркованных автомобилей во дворах, на газонах и тротуарах растет с каждым днем. За последнее время только по одному адресу выявлено больше 100 нарушений. Все они находятся в работе у административной комиссии. По ее решению нарушители ждут санкции. Анастасия Красова, телекомпания ОТВ.